дать поцеловать, накормить и укачать. Тот смеется, тот рыдает, этот пакость угоняет. Постарайся увидеть, целость и всех береги. 27 сентября в России отмечается общенациональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников. Он был учрежден по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году. Идея празднества – помочь обществу обратить внимание на детский сад и дошкольное детство. В Хасавюрте десятки дошкольных учреждений, где в каждом из них на воспитателя ложится большая ответственность, так как именно этот возраст – самый важный период жизни каждого ребенка. Детский сад «Звездочка» работает с 1966 года, и на сегодняшний день свою деятельность в нем осуществляет 20 воспитателей. По словам заведующей Пайнусат Батаалиевой, воспитание личности – колоссальный труд. Главная обязанность данной профессии – с любовью и пониманием относиться к детям. Также выразила слова поздравления в адрес коллег. Всем воспитателям, всем работникам нашей дошкольной сферы удачи, счастья, успеха в работе, чтобы они достигли больших высот. Самое главное, конечно, семейного общего счастья. В зависимости от возраста программа воспитания делится на три группы. Для каждого периода требуется определенная программа и индивидуальный подход. Детей учат рисовать, создавать поделки, знакомить с окружающим миром. Социализация и выработка внутреннего стержня закладывается именно в детском возрасте. А еще чем мы рисовали, вспомните? Бумагой. Бумагой мы что делали? Листочки. Что мы их делали? Листочки. Примахивали. А еще мы что сделали? Какую линию? Она что нам помогла? Показать, где небо. Где небо и где земля. Отделили мы, да? Также программа обучения содержит уроки в математике и развитии речи. Кроме того, с детьми проводят индивидуальные занятия разнопланового характера, которые позволяют выявить и развивать творческие способности. На вопрос, что является основополагающим принципом в работе воспитателя, Патимат Апашева говорит, что главным образом это трепетное отношение к своим подопечным. Я очень люблю своих детей. Вот я и замечала в других тоже группах, мне очень нравятся детки. И дети тоже меня любят. За мной, как говорится, хвостиком ходят. А так я без детей уже не могу. Даже вот когда в отпуску бываю, я не могу, они мне и со мной созваниваются. Далее съемочная группа посетила прогимназию «Ручеек», которая функционирует с 1986 года. На сегодняшний день с детьми дошкольного возраста занимаются 8 воспитателей. Самый молодой воспитатель Джина Цатуева работает совсем недавно. Говоря об особенностях профессии, пояснила, что педагогу очень важно уметь легко общаться с детьми, учитывая индивидуальные особенности характера каждого ребенка. Они здесь учатся всему. С первых шагов они учатся рисовать. Сначала нелепо, у кого-то даже сегодня очень красивые рисунки получились. Так что можно вешать смело на доску почета. Первые шаги, первые поступки, дружба у многих здесь завязалась. За этим очень интересно наблюдать. Помимо основной образовательной деятельности, особое внимание уделяется пребыванию детей на свежем воздухе. Посредством игровой формы дети физически активно развиваются. Еще одной главной задачей воспитателя является быть ответственным за жизнь и здоровье ребенка. Благополучное детство и дальнейшая судьба зависит от мудрости воспитателя и его терпения. Пика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».